Главная цель Азербайджана – спровоцировать большую войну, потому что Алиев на сегодняшний день находится в такой ситуации, что уже просто без войны он не может выйти оттуда. То есть армянская сторона должна воспользоваться этим моментом, тянуть время и ждать открытия Лачинского коридора собственноручно со стороны Алиева. Мы просто так смотрим, как Азербайджан, по их мнению, устанавливает свои границы и свои исторические границы, как они говорят. На мой взгляд, Армения тоже должна пойти по пути Израиля, Иордания, извиняюсь, и на сегодняшний день просто выйти из переговоров с Азербайджаном. Визит генсека ОДКБ в Армению на прошлой неделе и заявление министра иностранных дел Армении в Москве доказывает, что ОДКБ из Армении никуда не уходит. Если геополитические центры смогут договориться, что они уже за столом переговоров должны решать геополитические задачи, и чтобы многополярность или многополярный мир неизбежен, я думаю, что войны можно будет избежать.